общем, всем привет. И сейчас вы увидите продолжение истории акции «От сердца к сердцу» и все остальное, что было уже после того, как мы собрали деньги. В общем, суть истории такова. Было видео на моем канале, где мы собирали деньги на помощь детям, у которых проблемы со слухом. Это все вы можете посмотреть вот здесь или по аннотации вот здесь. И было продолжение в моем инстаграме, ссылочка будет в описании, ну, впрочем, как и всегда. И я поставил у своих друзей в кофейне Мапучино этот ящик. Дальше я нашел компанию друзей, и мы пошли в Мапучино 22 июня забирать эти деньги. Все, что из этого получилось, вы можете увидеть дальше в видео. После того, как мы собрали нужную сумму, я с девочками пошел в отделение Приватбанка. Но, к моему сожалению, в 6 часов вечера это единый банк, который был открыт. И то, не отделение, а только такой маленький блок с терминалами и банкоматом. И да, там не принимали пополнение на счет, точнее, с реквизитами на счет. Мы приняли такое решение. Я позвонил Родиону, это глава Актерского молодежного центра, мой лучший друг, и мы сделали так. Ну, а сейчас мы идем за Радиком и будем вот сюда бросать еще денежку. Это Радик, и сейчас мы поедем с ним отправлять вот эти денежки на Ощадбанк. Шлите в банк, закидывать эти деньги. И в конце этой истории я хотел бы сказать то, что мы собрали хоть и маленькую, но все же весомую сумму. Да, понимаю, на нее много ничего не купишь, но это уже хоть что-то. В общем, спасибо за просмотр, спасибо, что поставите лайк под это видео. И пока!